Меня зовут Корзникова Елена Васильевна. Я работаю учителем начальных классов в Спасской средней школе в поселке Непотягово. Дети от них без ума, особенно те, кто ходят в компьютерный кружок. Они с удовольствием приходят, они каждый день спрашивают, можно ли сегодня, можно ли завтра, можно вместо уроков. Им очень интересно. Им нравится создавать различные проекты, мультфильмы, очень нравится игры, анимировать. То есть это одно из самых их любимых занятий. Я как один из преподавателей могу сказать, что дети, им очень это нравится. Они с удовольствием сами предлагают возможности проектов. Особенно на Хэллоуин они предлагали. Им очень нравится особенно дорисовывать свои костюмы, рисовать свои фоны, озвучивать своих персонажей. То есть им очень нравится, они довольны тем, что есть такая возможность, и родители очень благодарны, что есть такая возможность бесплатно заниматься в компьютерном кружке. Это много значит для и родителей, и для детей. И есть желающих больше, чем у нас есть возможности, к сожалению. Я бы посоветовала родителям, во-первых, посмотреть на желания детей, куда они, во-первых, хотят. Не стоит отправлять ребенка туда, куда хотели бы сами родители. Это первое. Во-вторых, попробовать можно понемножку каждый кружок. Вот у нас в школе есть такая возможность, вот вы нам предоставили цифровой кружок, цифровые технологии. Многие родители хотят, многие хотят вот сейчас закончиться один курс, попасть на другой. То есть вот я рекомендую попасть именно в этот кружок.